вторая декада ожидается в пределах плюс 3, плюс 8 днем, то есть еще тепло, а ночью будет у нас уже минус 2, минус 7. Но к концу второй декады начинается уже понижение температуры. Понижение ночные уже будут достигать 7, минус 7, минус 12, а днем всего будет минус 3, плюс 2 к концу второй декады. И с дальнейшим понижением в третьей декаде. То есть к концу третьей декады у нас прогнозируется температура ночью минус 12, минус 17, достаточно холодно. А днем всего будет наблюдаться у нас минус 3, также минус 2. Местами будет достигать минус 2, минус 7 дневные температуры. Осадки у нас прогнозируются в пределах нормы и практически все дни месяца. То есть местами где-то будет наблюдаться, где-то не будет, но практически все дни будет наблюдаться у нас выпадение дождя, мокрого снега.